Всем привет, девочки, мальчики, друзья, подписчики. С вами Крэш Паша Паханчик Пашунчик. И мы играем сегодня против бабушки Балди. Ну или Балди бабка, как-то так. Короче, этот учитель Балди сегодня нас заставляет решать его задачи. Вот здесь даже калькуляторы на стенах нарисованы и так далее. Что мы сегодня будем делать? Будем решать его задачки, а также вы меня вчера попросили показать вам новую концовочку. Концовочку со Слендериной, с Мишкой и самим Балди, потому что мы ее не сделали. Как-то так. В общем, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписку, чтобы новые серии не пропустить. И кстати... кстати, дорогие девушки и девочки на моем канале, всех поздравляю сегодня с праздником. Сегодня 8 марта, день девочек. Короче, будьте всегда такими же красивыми, милыми. И, пацаны, тоже вас могу поздравить, если хотите. Поняли. Короче, а вот, кстати, это кто, девочка или мальчик? Это девочка, которая на скакалочке прыгает, да? Это школьный мод относительно, как бы. Ладно, Балди нас поймал, засранец такой, вонючка. Вонючка-засранец. Я, конечно, не хотел попадаться, но... Но я просто думал, как поздравить красивее, и меня поймали. И линейки отдубасили, боже мой. Так, красная дверь. Что она может значить? Так. Смотрите, у него даже девочка у Балди на платье нарисована. Ну ладно, давайте делать концовку. Блин, опасно, иди сюда. Погнали на кухню. Смотрите, даже капкан синий, как бы. То есть реально все по-цветному тут так спрятано. Да, и не забывайте ставить лайки, кстати, да. Больше лайков, больше интересных версий бабки Гренни. Так, надо валить быстрее. А то обстановочка накаляется. Кстати, можете попробовать порешать задачки, которые на калькуляторах на стенах. А, картина, подождите-ка. Мне сидейка. Возможно, какая-то секретная задача написана на картине, смотрите. На картине какая-то за... Смотрите, что это? Сердечко. Вот, куча задач. Если вы ответ знаете, пишите в комментах. Может быть, какую-то задачу решите и... Какой-то секрет мы с вами узнаем. Смотрите, пол это лава. Балди, ты чё? Балди? Так, это дробовик. Это капот. Концовку с машиной мы, конечно, не будем сегодня делать, потому что мы делаем концовку с Мишкой. Давайте пока начнем собирать дробовик, потому что... Опа-на. Вы видели? Дробовик моментально... А, это багнутая версия, короче, боже мой. Дробовик моментально создался. Создался. Капец, я не думал, что так будет, ладно? Балди, hello! Как он там разговаривает? Смотри. We love. То есть мы любовь. Балди. Извини, я сегодня горох поел, ладно, не будем опускаться до такого юмора, как бы, да? Все, бежим. Забираем отвертку, ищем молоток, ищем все делишки, которые нам нужны для прохождения. Так, здесь что у нас? Отвертка. Блин, я хотел в воздухе поймать. Кстати, здесь песок насыпан, видите? Или это песок, или это что-то непонятное, короче. Мне нравится яркий школьный мод. Здесь есть учитель Балди. Он одновременно бабка. What the fuck? В смысле? Как так? Как так? Это у меня, короче, есть читы. По секретику вам скажу. Так. Есть телепортация. Боже мой, они меня спасли просто. Я их в уголочек ложу, чтобы они не мешали нам. Но они нас спасли сейчас. Вы видели, я застрял в этой дырке вонючей, я не знаю. Походу, это была ловушка от Балди, короче. Ну, или обычный баг, как бы. Так, отверточка, привет. Кстати, я быстро сюда бежал, я даже пока болтал, не заметил. Каркей, отлично. Там, давайте делать ставки. В комментах делаем ставки. А если вы ставку проигрываете, штраф 1 лайк. Если выигрываете, то лайк с меня, как бы, да. Короче, что здесь лежит? А. Молоток, то есть хаммер. Б. Ручка от колодца. Я не знаю, как по-английски.
И С. С, С, С. А кстати, смотрите. Смотрите. Здесь же нет концовки, смотрите. Балди. Капец. Ладно. Короче, А это хаммер, Б ручка от колодца. Ручка от колодца, боже мой. Я, если честно, делал ставку на молоток, на хаммер. Но мне не повезло. Ну ладно. Сейчас другая ставка. Ставка на... Что здесь на табличке написано, кстати? Нифига. Другая ставка, что лежит в колодце. Тоже так же. Штраф 1 лайк, если проигрываете, и 1 лайк, если выигрываете. А. Там лежит молоток. Б. Шестеренка. И С. Там лежит... Так, вот одна шестеренка. Вот задача, кстати. Понятно. Короче, А, молоток, Б, шестеренка, С, кусачки. Я голосую за молоток, опять же, давайте. Молоточек, молоточек, я голосую за тебя. Что здесь? Я выиграл, короче, я победил. Ну, ладно, всем, кто писал ответы, я поставлю лайки. Так что, можете еще написать ответик. Я вам этот лайк влеплю. Хаммер. Все. Так, теперь... А, кстати, а где дробовик лежит? Дробовик лежит... Давайте-ка мы пойдем вот так. Откуда бабка идет? Так, спрячемся. Ага. Бабушка, пердуська. Так, ложим, кладем. Патрон забираем быстро. Быстро, 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 быстро. Бабушка. Бабушка, быстрей. Балди. Балди. Вот так. Вот так, вот так. Что это было? Мы, любовь. Так, это сломали. Где мы еще не ходили? Мы еще не ходили по комнате бабки Гренни. Кстати, не были в ванной. Что у нас в ванной? Раз, два, три. Картину надо собрать, там может быть какая-то задача, опять же, мы с вами... Во! Пишите в комментах ответ. 1 плюс 0. Сколько будет? 1 плюс 0 равно 10. В скобочках нет. Так. Ну это какой-то... Это легкая задача, типа... Типа вначале он говорит 1 плюс 10, а потом говорит 4 миллиона 321 умножить на 50, поделить на факториал с 10, умножить на 4000 миллионов в квадрате, как бы... И вы не можете ничего ответить. И он вас прессует. Я нашел еще картину, кстати. Еще нашел картину. Давайте ее сразу положим. Кстати, здесь есть картина? Нету. Вот что за песок под ногами? Песок какой-то с Майнкрафта. Выглядит так. Смотрите, почти собрали. Возможно, это какая-то пасхалка будет интересная. Узнаем. Так, идем в комнату бабульки. Посмотрим, что у нее еще здесь спрятано. Еще картина, боже мой. Мы, кстати, арбалет даже не находили. Кстати, смотрите, Анжелы нету. Пусто. Пусто. Ладно. Так, ладно, спускаемся сюда. Мишку мы должны вызвать, кстати. А, молоток нам нужен же. Я думаю, молоток нам больше не нужен. Можно его выкинуть. А молоток нам нужен, как бы... Смотрите, Мишка, Балди, офигеть, Тедди. Молоток нам нужен, чтобы эту Сандерину спасти. Ну или спасти, вызвать, открыть. Мя. Леопардовое мясо. Они издеваются? Они издеваются? Леопардовое мясо. Бабка совсем зажралась, она жрет леопардовое мясо. Насколько она богатая должна быть или что? Так, что здесь? Блин! Это издевательство. Я бегал с ключом этим полчаса. А он оказался от арбалета, когда у меня есть дробовик. Бабка жила, кстати. Балди. Балди. Do you want to play hide and seek? Балди. I see you. Готово. Так, забираем картину, потом идем за молотком, а потом идем за Анжелой. Какая Анжела? За Сандериной, боже мой. Как я мог перепутать их?
Балди. Балди, ну пусти меня. Кстати, в новых версиях, по-моему, пофиксили это, короче, и теперь через спящую папку можно легко пройти. Oh, Granny has awarded you with a bonus day in the house. Но было бы правильно написать Балди, бонус дэй. Так, ладно, хватаем молоточек. Сразу камеру разобьем. Нам не хватает буквально подлокей, мастеркей, Кати Плеерс. Смотрите, паука нету, но зато здесь это, чувак сидит. Так, ложим, пойдем. Я не знаю, как правильно. Класть, ложить. Красная камера, отлично. Шестеренка вторая, супер. Кто там у Слендерина, кстати? Надо ее сейчас вызвать, прямо сейчас. Раз. Кусачки. Так, кусачки нужно скинуть, чтобы мы не ходили 100 раз. Да. Да, мы же это, блин. Я понял. Шестеренку. Что это за... Боже ты мой. Как? Вы видели, куда они полетели вообще? Кать, кусачки. Еее. Мы их еле сбросили просто. Так, хватаем шестерню. Ее получится с первого раза? Пфф, не вышло. Ладно. Давайте уже вручную спустим. Ну, я, знаете, я решил сэкономить время, чтобы не спускаться два раза. А по факту я 10 раз хожу за... Бросаю вот эту фигню. Так, раз. И... Два. Я испугался, капец. Это неожиданно было. У меня же на кресло затряслось. Так. No. 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 Я хочу видеть только Балди. Зачем мне реклама? О, какая же там концовочка. Я, по-моему, ее помню. Но очень плохо, короче, да. Ладно, давайте. Она, кстати, быстро встает, бабка наша. Балдина это получается. Бабка Балди. Она очень быстро встает после дробовика. Я прям не замечаю, как время пролетает. Завис я. Завис я чуть-чуть. Оно идет сюда. О, я испугался. Я думал, у нас ничего не получится вообще. Я думал, она подкараулит меня сзади там где-то. Так, а где меня, кстати, с кусачками забрали? Внизу. А, я понял, бабка оживилась просто в подвале, и поэтому так получилось. Ладно. Так. Ага, так, картина собрана. Ключ. Здесь, кстати, что лежит у нас? Ничего. Где ключ от домика, а также... Почему все лагать стало как-то странно? Это началось после того, как бабка нас еще раз долбанула, мне кажется. Так, ладно. Раз. Нету ключа! Ключа от этой фигни. Короче, я предлагаю ускорить чуть-чуть, а то мы уже очень долго ищем. Что здесь есть? Флэш. А, и там спаунер есть. Давайте... Сделаем, пожалуй, лейхаус кей. А, он был в арбузе. Он в арбузе. А арбуз? Арбуз где был? В сугробе? В каком сугробе? Так, Итан спаунер, вырубите, пожалуйста, нам. Спасибо. Так, он, по-моему, был здесь. Да, все. Мы не используем читы. Мы проходим честно. Очень честно, до этого я хотел читерить чуть-чуть, ну ладно. Рука не поднялась. О, смотрите. Балди. Я, кстати, не знаю, что этот школьник обозначает. Ну, что-то странное. Подлокей! В смысле, а где тогда плейхаус кей? Интересно, вот так. Очень интересно, но ничего не понятно. Знаете, я ничего не понял, но было очень интересно. Я понял. Я понял, что ключ должен быть у бабушки. Меня этот пацан испугал сейчас. Где-то бабушка.
Вон она. Вон она, Балди. Балди, давай, успокойся. Так, с Балди мы разобрались, где наш Playhouse Кей. Его вообще невозможно найти нигде. Мы были везде. В сейфе были, там, Weapon Кей. Weapon. Ну, давайте еще раз спустимся вниз. Мне кажется, его вообще не существует. Здесь его не было. Мы не вызвали Сандерину. Ладно, давайте его постараемся создать сейчас. Я потому что никак не могу найти его. Итан спаунер. Playhouse Key. А, вот. Мы его, возможно, не заметили, потому что он, видите, цвета такого морской волны какой-то непонятный, голубой. И все делишки такие, то есть мы просто никак не могли понять, что это он есть. Так, ладно, вызываем Балди. Балди. Кидаем. Смотрим, что у нас за Сандрина. Желтая! Это Балдина! Это Балдина, блин! Ладно, все, побежали. Побежали забирать нашу... Мне лень открывать домик, давайте вызовем Мастер Кей. Давайте. Нет, нельзя лениться. Надо быть работящим. Так, раз, два, три. Забрали. Побежали. Откроем сейчас. Мы, кстати, очень долго проходим. Это прям Балди какой-то долгий. Кстати, где было? Ладно, давайте сделаем вот так. Мы типа домик открыли. Раз. Идем спаунер. А где Мастер Кей? Тедди, подлог, Алекс. Мастер Кей нету, офигеть. Ладно, ускорение врубим чуть-чуть. Как все залезть? Бабка ходит нам. А, вот вторую шестеренку же принес. Я за ней наверх хотел идти. Я ее принес. Капец. Так, открыли. Мастер Кей. Бабку. Фак! 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 Я застрял. Балди, выход! Привет! Готово просто. Смотрите, супер концовка с Балди. Смотрите, я перекосил аж в это в платье. Короче, девочки, мальчики, где-то же это земля из Майнкрафта. Если вам понравилась эта серия, с вас лайк, конечно же. Конечно же, комментарии пишите, все ответы я полайкаю. Кто правильно угадал, ну и кто неправильно тоже. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Еще раз всех девочек и девушек с праздником. Ну а с вами был ваш любимый Крэш Паша. Всем спасибо. И всем пока.